Если кто-то грустит по уходящему лету, то для дачников оно продолжается. Поводов для грусти нет, ведь они радуются урожаю. Здравствуйте, с вами Александра Винниченко и программа «Сады и огороды Приморья». Сегодня мы тоже поинтересуемся, каким был урожай, что у кого выросло и как это все использовать по назначению. Готовить чудесные вкусные блюда для воскресных обедов и на каждый день, а если нужно, то и удивлять рецептами высокой кухни. Первый сюжет мы снимали на участке Натальи Ручи. Она стала дачницей 7 лет назад. Столько же лет посаженной на ее участке яблони «Слава Приморья» и винограду «Адель». Этот сорт выбрали из-за внучки, которую тоже зовут Аделю. И выбор оказался удачным. Это у нас виноград «Адель». Вот посадили ее... У нас внучка Аделина, и мы посадили этот виноград. 7-й год этому винограду. Вот такие уже грозди. Поливаем, подкармливаем под корень, и это внекорневая. Обрызгиваем от болезней. Все как положено. В этом году выкопали вот такую картошку с 3 рядков. Получилось у нас 3,5 ведра. Сорт «Белороса». Первый раз садила, очень довольна. В том году картошка была очень плохая, а в этом радует нас. Как помидорки были? Помидорки вообще замечательно. Я люблю, опять же, большие помидоры, не низкорослые. Вот уже наконсервировала очень много. Это сорт яблока «Слава Приморья». Брали 7 лет тому назад. Эту яблоню 2 годика ей было. Вот сейчас она выросла и дала нам вот такие плоды в этом году. Ну, не крупные, были мелкие в начале, пока она была молоденькая. А в этом году вот такие яблочки. Ну, летом мы каждое лето чем-то довольны, чем-то недовольны. Ну, в этом году влаги, видать, достаточно, потому что все росло. Яблоки летних сортов уже поспели и даже превратились в компоты, джемы, пюре и варенье. А яблоки поздних зимних сортов продолжают поспевать. У Светланы Проскуриной на каждой яблоне созревает сразу несколько сортов яблок. В результате прививок на сеяние циронетки пурпуровой и разных черенков каждая яблоня – дерево-сад. Это зимняя яблоня-сад. Почему я стала вот этим всем заниматься? 6 соток. Что на них посадишь? Очень мало. А яблони, ну как, надо посадить летние, зимние, осенние, чтобы все лето можно было что-то съесть. Естественно, они по одному не садятся. Они садятся по 3. Это надо лето 3 посадить яблони и рядышком. Осень 3 яблони рядышком. И зиму тоже. Места на это не найдется. Это 9 яблонь. Я стала прививать вот эти сады, деревья. У меня и отец этим занимался, и дед, и прадед. Вот это дерево сади уже куда хочешь. На нем уже есть опылители. Ну, красиво. На каждой ветке разные плоды. Предел, конечно, вот сколько сортов можно привить, мне кажется, 5. Больше не надо. Потому что, ну, когда слишком много, оно будет нагрузка уже большая идти на дерево. Также это касается и груш, и слив, и абрикосов. Ну вот дерево-сад, вот эти вот бирочки кругленькие, там написаны номера. Это номер сорта, который здесь привит. На вот этой вот бирочке квадратной, здесь написано номер дерева и какое это дерево. Зима, лето или осень. В данном случае это зимний сорт яблок привит на это дерево. Привилось это на ранетку пурпуровую. Вот, потому что это дерево, оно зимостойкое. У него корни глубоко уходят в землю. То есть, если при засухе, это дерево всегда достанет влагу, сколько надо. И при холодной зиме корни не вымерзнут. Светлана Михайловна признается, что она потомственный садовод, а потому знает много секретов. Вот идет макушка, вот так вот, вот центральная ветка. Чтобы вот это деревце заплодоносило очень быстро, надо что сделать? Надо макушку
отрезать на сантиметр, замазать варом. Через неделю опять отрезать на сантиметр, замазать варом. Через неделю еще отрезать на сантиметр и замазать варом. Это троекратное обрезание дает программу на быстрое плодоношение. У меня вот слива полметра, было там полведра слив. Полметра. Ну, вот такая малепусенькая, да. А если этого не сделать, может дерево вымахать, и жди очень долго эти плоды. Любимых яблок у Светланы Проскуриной много. Выбрать одно невозможно. Вениаминовская. Вот это вот идет здоровые такие яблоки. Это Вениаминовская. Вот. Брачет очень вкусная. Мантет больше к лету. Они такие красные, красивые. Вы смотрите самую удачную программу. Видеоверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Если у вас в этом году большой урожай яблок, следующий рецепт для вас. Это заливной пирог. Это не шарлотка. С шарлоткой у меня дружбы не получилось, но это заливной пирог с яблоками. Это что, все можно готовить на даче? Это все можно готовить на даче. Тесто обыкновенное. Сметана, яйца, мука, сахар. Взбивается все это. Делается как на оладьи. Режутся яблочки. Я делаю как? Один слой я делаю тесто жиденький. Потом выкладываю туда яблочки. Заливаю вторым слоем. Ее шарлотку традиционно ее переворачивают вниз головой, как говорится, да? А эту не переворачиваешь, потому что она такая рыхленькая получается. Пирожок можно делать с чем угодно, но сейчас у нас яблоки идут. Поэтому с яблоками. А можно было бы и яблоки. Со смородиной можно. Очень вкусно. Со смородиной, со сливой. Вот малина не идет, ни ежевика не идет, потому что там косточка. Грушу, яблоко, смородину. Смородину. Ревень можно, вишню можно. Можно, да. Жимолость очень вкусно. То есть это универсальный пирог. Это вкусно даже смотреть. Ну, сейчас будем все пробовать. Это видеоверсия журнала «Сады и огороды Приморья». А вы знаете, как привлечь на дачу помощников? Оказывается, иногда им нужно просто дать свободу действий. Мы эту дачу недостроенную купили в 1985 году с мужем. Потом он умер, я думала бросить. Ездила одна, а в этом году дочь с зятем увлеклись. Все мне тут порядок навели. Смотрите, какая красота, чистота. Им нравится ездить. Помогают мне во всем. Одной бы было мне очень тяжело. Само лето дождливое было, но урожай был хороший. Огурцов было много, и помидоры уже отходят. Вот сейчас малина пошла. Малины очень много. Все есть. Яблок было в этом году очень много. Я прививала сама. Вот это Антоновка. Второй сорт, вот красненький, это я забыла уже, как называется. Яблони здесь живут очень, ну, сколько, 4-5 лет от силы. А это яблони больше 20 лет. Там уже три поколения, четвертое. Пенек один, отросток погибает, старая. Отросточек прививаю, этот большой становится, отрастает. Потом опять прививаю. И вот так вот три поколения. В этом году яблок у всех было много, у меня тоже. И я деревья ничем не опрыскиваю. А яблоки все хорошие. В этом году нет в них червей. Вот у меня две тыквы тут уродились, выросли. Вот. Еще не созрели. На этом месте у меня была цветочная клумба. Вот от нее только роза осталась. Это плетущаяся роза. Очень красиво цветет, бордовая. А сейчас в этом году стали ездить дочь с зятем на дачу. Ликвидировали мне грядку, засыпали все гравием, сделали зону отдыха. Надо находить время не только для работы, но и для отдыха, потому что считаю, что каторжный труд, он просто не идет никому на пользу. Вот. Так что с утра и вечером мы можем работать, помогаем маме, а днем мы всегда загораем, а ночью любуемся звездами. Еще находим время для хобби. Так что пойдемте покажу некоторые свои работы. Вот пишу картины. Вот эту картину начала лет 5 назад.
ходила в художественную студию. Люблю писать маслом. И начала, и не завершила. Все, не было времени. И вот в этом году решила привезти, так как у нас появилась беседка, вернее, мы ее облагородили, эту беседку, я решила завершить свою работу. Еще она у меня, правда, не совсем завершена. В следующий раз уже нанесу тени, блики, и думаю, что картина будет закончена. Вот еще одна моя картина. На 8 марта подарила маме. Она же у меня трудоголик, и это чисто символически. Символично очень, белка. И пишется хорошо, кстати, очень. Прямо незаметно время проходит. Когда соседка-художница, как не воспользоваться такой удачей? Председатель СНТ «Дальневосточный садовод» Елена Лушина на досуге делает садовые скульптуры. Но времени на все не хватает. Сделанный из цемента гном чуть не год оставался безликим и слепым. Но спасибо соседке, пришла с красками и кисточкой, и у гнома появились очень выразительные глаза. Теперь гном за законченное произведение искусства и компания коту Степану, который сторожит грибы в зарослях можжевельников. С вами программа «Сады и огороды Приморья». Сегодня говорим о том, какой урожай вырос у дачников СНТ «Дальневосточный садовод». Чтобы вырастить такой урожай, нужно потрудиться. А после работы на грядках посидеть за столом. За дачную кухню сегодня отвечает председатель СНТ «Дальневосточный садовод». Добавим только, что ее любимая культура – ежевика. Ежевика, она вообще в этом году такая хорошая. Вот сейчас дожди прекратились, она сладкая получилась, насыщенная такая. И это наша любимая ягода, потому что она такая разноплановая, ее можно и в мир, и в пир, и в добрые люди. Это и компоты, это и соки, это и варенье. Но наше любимое блюдо – это вареники с ежевикой. Тесто делается на кефире, и обязательно содочки немножко туда. Она получается, его можно это тесто и на пирожки, и можно это тесто на вареники. Можно руками его разминать, потому что тесто очень мягкое, и оно должно быть чуть-чуть потолще, чем на обычные вареники. Берем две ягодки и берем сахар. Все, это вся начинка. Почему две ягодки на один укус? Потому что вареники эти едят ложкой. Они очень сочные. Все, заворачиваем вареник. Вот в таком виде он у нас. Все, вот такие вот у нас вареники получаются. Маленькие, аккуратненькие. Водичка у нас закипела, подсоленная. И потихонечку варенички закладываем. Значит, что вареники? Обязательно ягодные вареники не любят тесноты. Значит, мы их варим в большом количестве воды, обязательно, подсоленные и на сильном огне. Моя бабушка всегда варила такие вареники, выкладывала на широкое блюдо, посыпала сахаром. Кипят они совсем недолго, тесто, потому что оно, ну, считай, творожное, потому что оно на кефире, можно и холодные есть. И горячие, вот, со сметанкой, с сахаром. Достаем варенички наши красивые. Они, конечно, большие теперь получаются. Почему мы их лепим-то маленькие? Получаются-то вот какие большие. Вот, выкладываем их. Ставим на стол. И обязательно сахаром посыпаем, чтобы они не слипались. Бабушка так учила. Теперь мы заправляем все это дело сметанкой и можем кушать. Всем приятного аппетита! Напоминаю, что в начале августа вышел свежий номер журнала «Сады и огороды Приморья». Как обычно, это 68 страниц полезной информации. Если вы не получаете журнал по подписке, его можно купить на почте, в садовых магазинах или в редакции. В этом номере был материал о гортензии. В последнее время гортензия буквально завоевала сады и сердца садоводов. А селекционеры предлагают все новые и новые сорта. Как за ними угнаться? Купить все новинки невозможно. Да и не нужно, если вы дружите с соседями по даче. Первая гортензия у меня появилась лет 12 назад. Мне ее подарили, транспортная компания, на день рождения. Маленький отросточек, не помню, как называется. Эту гортензию мне подарила соседка года 3 назад. Но кустик был уже хороший, большой. В этом году вот такие большие шапки. Я ее поливаю, иногда подкармливаю, не совсем, иногда, чаще забываю. Вот, ну,
Вот выросла, радует, радует всех. Ну и развела у меня уже 3 кустика небольших, правда. Также поделилась с другой соседкой. И поэтому у нас постепенно дачи заполняются вот такой красотой. Хотелось бы всегда на участке иметь несколько видов гортензии. Это Vims Red. Ей уже 5 лет. Была куплена в магазине маленьким отросточком. Ну вот за 5 лет выросла вот такая красавица. Разряженная. Кисть получается здесь как бабочки все равно, как мотылечки сидят на ней. На зиму перегной, под корень перегной и все. Не укрываю. По весне обрезаю. И за лето отрастает большой куст красивый. По словам Натальи, хлопот с гортензиями мало, а радости и красоты много. Еще одна гордость лежит на грядке и подставляет солнцу полосатый бок. Арбузы Наталья Лучина в этом году вырастила впервые. А в этом году решила посадить арбузы для эксперимента. Купила 2 штучки, посадила. Вот выросла такая красота. Научилась отличать, где девочка, где мальчик. Ну вот здесь звон получается. Хороший, ясный. Здесь, ну еще, наверное, зеленоватый. Вот такая красота. И научили меня, как отличать, когда его надо будет срезать, когда он будет спелый. Вот если вот эти хвостики засохнут, то сказали, арбуз будет спелый, можно будет срезать. Этот вид подсолнуха называется солнечный луч. Вот такой крупный, большой, красивый, ну как солнышко на даче. А вот эти гортензии у соседки моей растут. Ну вот раскрываются, розовеют, вот такая красота. А вот эта гортензия крупнолистная, цвет голубой. На зиму она укрывает ее очень хорошо, не выкапывает. Уже 3 года, наверное, этой гортензии. А знаете ли вы, что цветами можно не только любоваться, но и готовить из них блюда высокой кухни? Одно из них приготовит Елена Лушина. Ну что, объявляем обеденный перерыв? Такие цветочки могут попробовать только при высокой кухне, как говорится, в ресторане, в дорогом. И любой дачник, у которого растут кабачки или тыквы на огороде. Что мы для этого должны сделать? Собрать цветы, заранее их замочить на 2 часа. В холодной, в ледяной просто воде достать оттуда тычинки. Вот, промыть еще раз от пыльцы от этой. И, собственно говоря, все. Заводим кляр. Вот, заводим кляр. Цветы маленькие, они мало берут тесто. Включаем фритюрницу и начинаем священнодействовать. Берем, обмакиваем кляр. Утром очень хорошо. Они такие раскрытые все, красивые. И опускаем в кляр. Они будут румяные, красивые, хрустящие, как чипсы. Они прям тоненькие такие, красивенькие. Ну, конечно, пожарятся они на цветы уже мало похожи. Но они больше похожи на еду. Ну, дача – это же не только огород, прополки, там, посадки. Это еще и вкусно покушать. И покушать. Ну, смотрите, какая красота получается. И покушать с удовольствием. Гляньте, какая красивая корочка румяная. Вот такая вот красота у нас получается. Вот такое красивое блюдо у нас получилось. А оно не только красивое, оно еще и вкусное. И не бойтесь обрывать с кабачка или тыквы цветы, потому что мужские цветки не дают плодов. Их единственная задача – опыление. Поскольку сейчас нам уже не нужно, чтобы завязывались новые плоды, можете рвать цветы сколько угодно. На этом наша программа подошла к концу. Давайте продлевать лето хорошим настроением, урожаем, вкусными дачными обедами, спелой малиной, осенними цветами и красками. Читайте журнал, смотрите нашу программу, заходите на сайт sadprim.ru. Встречаемся в октябре!